отжимания узкой постановкой рук. Это работает вашу грудь и ваш трицепс в большей степени. Ручки ставим узко. Вы можете быть на коленках или уйти с колен. Итак, если на коленках, я знаю, будет как бы трудновато для начала. То есть мы должны привыкнуть, что ваши руки идут не в стороны, а вдоль себя.